мы сегодня с утра пораньше приехали к нашему батюшке. Сегодня важный день. Я знаю, что многие из моих тоже верующие. Вот. Нужно уметь прощать, признавать свои ошибки, просить прощения. Это тоже очень важно. Не стесняйтесь, родных, близких, просить прощения. Простите меня, пожалуйста, ты меня прости. Бог простит, и я прощаю. Сегодня очень хороший день. Люблю вас. Так, ну что, я приехала в Федерацию бокса России, и у меня по плану спорт и бокс. В спортивном теле здоровый дух. Всегда занятия начинаю я с фитнеса, растяжка, разминка. Сегодня поработали над ягодицами очень так хорошенечко. Ну и всегда уделяем внимание плечевому поясу, пояснице, боковые. Качаем, чтобы поясница держала, спинка, грудь. Ну, в общем, на самом деле можно за полчаса провести очень хорошую тренировку. Круговые на несколько этапов. И вот я готова к боксу. Кто тут у меня? Нормально. Ух! О! Просто мокро. Спорт это как. Сколько раундов у нас сегодня было? Семь раундов. По 3 минуты. Ставьте реакцию, если хотите, чтобы я сторис загрузила. Муа, люблю вас. Мои хорошие, совсем забыла, в 4 часа в моей ленте уже по традиции по воскресеньям выходит видео вам всем для поднятия настроения. Не пропустите, ровно через полчаса в 16:00 я выложу новое видео в ленту. Вот я, а вот тоже я. Я уже говорила вам, что в Пятерочке появились мои новинки. Смотрите, какие они классные, а еще очень вкусные. Заходите в Пятерочку и берите со скидками еще вкусные комбо. До сих пор красная. Кайф вообще. Спасибо огромное. Такой заряд. Воскресенье, мой день для тренировок. Прям подходит мне, потому что я тут одна. И весь зал для меня. Я вот боксирую вот там, на этом ринге. Потом мы кардио здесь делаем, ну, с грушей бегаем. А вот там я занимаюсь спортом. А вот мой тренер Очигава. Между прочим, просто чемпионка мира. Так-то. И много всего еще. Все, еду на работу, мои хорошие. Сейчас покидаю хистори со спортзала, если вам интересно. А вам интересно, вы мне написали в директ. Так, ну что, мои хорошие, видео в ленте, скорее переходите, смотрите мой пост, и давайте обсудим под ним
нашу интуицию. Если у вас есть какие-то смешные, прикольные истории, пишите под постом, будем болтать, обсуждать скорее. Переходите, ставьте лайк, пишите комментарии. И я надеюсь, что я вам подняла немножко настроение. Я вас люблю еще раз. Всем хорошего дня. Жду вас у себя в ленте под постом. Шесть. Отлично. Семь. Очень хорошо. Пауза. Восемь. Молодцы, Оля. Два. Все медленно. Колено, сустав. Отлично. Хоп. Три. Отлично. Хорошо. Ягодицы работают. В воскресенье мы трудимся. Два. Отлично. Готовимся к лету, пока заодно. Три. Отлично. Четыре. Три. Отлично. Четыре. У всех бы такая спина была. Оп. Очень хорошо. Пять. Еще молодцы. Была бы у всех такая сердце, трудоспособность, длинные ноги, красота. Что еще? Ну и спина, да. И это все наша Оля Бузова. Угу. Пять. Отлично. Угол очень хороший. Шесть. Мы сегодня поработали в режиме экспресс. Да, на наши ягодички. Всем желаем хорошего дня. Здоровом теле. Мы поняли. В общем. Всем дня. Сторис, которая не имеет никакого смысла, просто красивая весенняя я. Смотрите, девчоночки мои, ободки тоже сейчас в тренде. Можно сделать такие легкие локоны, надеть ободочек.
легкий макияж розовенький, в розовых оттенках. Я такая красивая, я иду в кадр, я напоминаю вам всем, что с завтрашнего дня в 11 утра наше новое ББ-шоу стартует на ТНТ. Поэтому не пропустите, смотрите все завтра в 11 утра новый формат. Еще одна сторис. Еще можно себя посмотреть. Какой насыщенный денек выдался, однако. И так и не скажешь, что выходной. Добрый день. Очень, тебя ничего не смущает? Нет. Не то, ничего, что ты, что у тебя платье принцессы. Я принцесса. Это вообще, я просто попробовала. Это не твое. Это не мое. Это вообще ничего не мое. Это ничего не значит. Это ничего не значит. Просто сегодня последний день, когда можно есть блины. Это типа оправдание. Привет. Слушай, а давай поговорим о личной жизни. Давай, как у тебя дела? Никак. Розовые очки бьются стеклами во внутрь девочки, что любит сильно так легко обмануть. Так, ну что, мои хорошие, мы записали просто мега позитивное, потрясающее шоу. Я напоминаю вам, что завтра мы выходим в новом формате на ТНТ. И жду вас всех у экранов в 11 часов, конечно же, жду обратной реакции. А еще хочу пожелать вам всем хорошего, душевного вечера. А у меня он будет еще и вкусный. Это супер позитивное и мега крутое шоу. Две хозяйки на одной кухне могут существовать. А у вас драки были на передаче? Если ты не можешь сам ответить себе на вопрос, как построить счастливые отношения. Я выросла не совсем той, кем меня хотели видеть. Мне идет 30-й год. Я еще больше не хочу детей. В нашем шоу Ксения Бородина и Ольга Бузова ответят именно тебе. Мне кажется, это не конфликт. Мне кажется, это какая-то бытовуха. Бытовуха и происходит, потому что они 24/7 вместе. А гости в студии подскажут выход из любой ситуации. Уровень эгоизма растет. Человек, который очень любит себя, он всегда захочет создать свою копию. У каждого может быть внутри свое личное пространство. Ты не один. Давай к нам. У меня очень крутая жена.
Потому что у меня замечательный муж. Смотри мега крутое ББ-шоу. По будням в 11 утра на определенных слов. Недавно у Ксюши был день рождения. Ну что, с премьерой нас, Ксю. Кто смотрит? Так, мы обсуждаем... Ой, наша новая заставка. Мы обсуждаем 24/7. Можно находиться или нет? Вот наши герои. Так здорово. Костя и Таня так ругаются, что соседи их считают сумасшедшими. Мы такие слишком импульсивные, наверное, люди. Так как мы оба холерики, естественно, мы зажигаемся, как спички. Ну вот, видите, вот последний конфликт. Нам надо было ехать на выступление. И мы приехали в новую квартиру сейчас, и все вещи лежат у моих родителей. То есть, выясняется, что у Кости нет никаких штанов в той квартире. Вообще никаких. Он жутко разозлился. Я говорю, ну ты диджей, ты все равно до половины только стоишь, ты не видно. Он так разозлился, я так не могла понять, почему я должна была собирать такие вещи, потому что я свои-то не всегда. Мне кажется, это не конфликт, мне кажется, это какая-то бытовуха. Ну вообще можно было взять штаны мужа-то. Вот, мы начали обсуждать, мой хороший, кто смотрит? Ой, красотка моя. Стивен, какие у нас классные зрители, смотрите. Молодые. Стивен. Молодец. То есть у нас, видите, такое очень лайтовое обсуждение. Подключаем всех. Моя красотка. Он директор, а ты артист. Вот, и у нас так и получилась такая ситуация, что мы работаем вместе, мы живем, и два встречи сейчас. А не знаю. А вот интрига. Интрига. Больше, наверное, рабочие отношения. Пропала страсть. Но иногда спим вместе. Ничего себе, какие откровения. Понимаешь, что это как твой друг уже. Даже больше, наверное, не друг, просто сейчас цели другие. И вот мы весь год работаем. Так же, как Таня, которая не хочет детей, тоже откладывает этот вопрос. Примерно такая же ситуация, да. И нет такого, что он пляшет под мою дудку. Он просто работает вместе со мной. Мне кажется, мы огромное количество советов дали сегодняшней нашей первой паре. Вы обязательно, когда вернетесь домой, об этом, обо всем поговорите и примите какое-нибудь решение, которое бы устраивало вас двоих. Ну а если Татьяна и Костя вечно ссорятся из-за того, что постоянно находятся вместе, то...